Всем привет! Сегодня у нас будет готовка, но она будет очень необычной, потому что при готовке мы не будем использовать руки. Первым делом, что я хочу сделать, это позвать ко мне сюда Алексея. Можешь меня как-нибудь нормально представить? Например? Как-нибудь. Первым делом, что я хочу сделать, это позвать ко мне вот сюда незаменимого, потрясающего. 12 seconds later. Моего самого лучшего фотографа, видеооператора, любимого. A few moments later. Лучшего друга. Все, хватит, давай. И всех прочих классных людей, Алексей Белоусов. Всем здрасте. Сегодня мы будем готовить кексы. Готовим мы их без рук, поэтому... Можно я просто в карман выжить? Нет! Теперь надо тебе залезать. Давай. Мы начинаем. Spread my wings and fly. What? Вот это не входило в мои планы. Я не открыла дверь. Погоди. Чё, все, я ухожу. Every day I'm shuffling. Теперь мы развязываем руки. Убираем наш
наши кексы в духовку, а затем вместе с вами украсим. Это что? Все. Увидимся с вами через 25 минут. Да хватит! Достаем, открываем и смотрим, что же у нас получилось. Стоп! 5 секунд челлендж. Точно! Успейте за 5 секунд поставить лайк этому видео. 5. 4, 3, 2, 1. Сделано! Готово? Пиши в комментариях, успел, а мы смотрим, что же у нас получилось. Блин! Классно. Блин! Итак, украшаем. It's magic! Классно. Что у нас получилось в итоге? 3, 2, 1. Результат. Вот это мои, вот это Лёшины. Обязательно голосуйте, кто из нас победил. Мне кажется, что я. Готовить без рук это очень и очень тяжело. Да ладно, весело. Ты попробуй на вкус-то, как он получился. Ну давай я твой попробую. Давай. Не, он у тебя жидкий. Что, вкусно? Ждем ваши комментарии, кто же победил. Обязательно пишите, я или Лёша. Спасибо вам большое за этот просмотр. И также напишите нам, что приготовить в следующий раз. Что-нибудь попроще. Также без рук, да, но что-нибудь попроще, это было слишком тяжело. Спасибо за просмотр, пока!